Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Напередодні новорічних та різдвяних свят усім кортить зробити собі сімейну або ж індивідуальну фотосесію. Сьогодні про те, які фотосесії є актуальними, які свою актуальність втратили, будемо говорити разом з відомим дніпровським фотографом. Я рада вітати у нашій студії Максим Антоненко. Максиме, я вас вітаю. Ну, розкажіть, будь ласка, які ж фотосесії є актуальними, які не актуальними, як краще сфотографуватися, якщо хтось хоче собі в Інстаграм або вдома повісити красиву новорічну різдвяну фотографію. На самом деле сейчас идет очень большой всплеск именно новогодней тематики. Начиная с ноября месяца все студии забиты, все перестроились под новогодний формат, и люди просто толпами туда бегут. Но здесь, как по мне, очень легко напороться на такую очень приевшуюся уже фотографию, которую видели, наверное, все. Я здесь подготовил некоторые снимки, чтобы можно было на примере посмотреть и оценить, что есть хорошо, что есть не очень хорошо, на мое личное мнение. И хочу с вами поделиться этим мнением с вами, собственно. Так, как пример, ну, все мы знаем этот формат. Нет картинки. Так, секунду. Такого формата все любят приходить, семейные особенно, в одинаковых свитерах, в каком-нибудь таком обычном луке, и фотографироваться на фоне елки, древесного сруба и подобных вещей. Но почему я считаю, что такие снимки не есть хорошим примером? Потому что они не описывают людей. Они описывают их одежду, они описывают то, что за ними, но абсолютно ни в коем случае не показывают их отношения друг к другу и их чувства. А я считаю, что это непосредственно самое главное, что должно быть в фотографии. А в принципе, вот такие вот вещи я считаю не сильно хорошим. Скорее всего, у многих они есть дома, и, если честно, у меня тоже проскакивали такие снимки. Но главное – это стремиться улучшать тот контент, который у вас будет. И, в принципе, в подобном формате сейчас я вам покажу, как это можно было улучшить и показать более красиво. Если это семейный кадр, то в хорошем формате его показать так. Да, мы чувствуем зимнюю атмосферу, мы чувствуем, что это вот преддверие Нового года. Но только посмотрите на этих людей. По ним видно, что это семья, как они заботливо смотрят друг на друга. Здесь есть эмоции, здесь видно, что они едины. А не просто то, что они в красных свитерах. Ну то есть, немножко разная суть у этих вещей. И самое главное в фотографии еще, как один из вариантов, это показать историю. Показать историю и какое-то действие добавить. Очень часто, тоже, я думаю, вы видели в Инстаграме, как девушка, ребенок, парень, все дружно подбрасывают вверх подарки. Особенно, когда тебе что-то дарят и говорят, типа, только аккуратно, там что-то хрупкое. И ты такой, ха-ха, конечно же. Здесь тоже есть динамика, но посмотрите, здесь уже есть какая-то суть. Семья наряжает елку. Ничего сверхъестественного, но уже это будет смотреться намного интереснее, чем тот же самый стандартный кадр, который будет абсолютно у всех. Вот. Хочу, до речі, можливо, від себе трішки додати. Ми говоримо про однакові там світера, так, червоні. От ми бачимо теж сім'я, яка, в принципі, в одній кольоровій гамі одягнута. Це там білі, червоні кольори, але дійсно виглядає набагато стильніше та цікавіше. А які ж альтернативи є? От ми побачили такі, а які є ще альтернативи сімейним фотосесіям та індивідуальним фотосесіям? Зараз небольшу ремарку зробила на те, що ти сказала касательно одежди. На самом деле, то, що вони прийшли всі в одних світерах, це дуже правильний ход. Об'ясню чому. Тому що йде проработка образів для цієї зйомки. Единственное «но» — то, что все приходят в одинаковых свитерах, в основном красных. Ну, то есть это уже несколько избитая тема. А важно подходить к проработке самой съемки с умом и подбирать образы. А маленький лайфхак, который стоит помнить, это чтобы в съемке фигурировали не более трех цветов. То есть здесь, если мы посмотрим, ну, 3-4 их оттенки. А здесь у нас идет белый верх у семьи, достаточно светлый фон, зеленый цвет елки и красные элементы. То есть по факту оно не выбивается из этой триады и смотрится достаточно гармонично. Очень часто бывает то, что
Елка зеленая, фон коричневый, огоньки желтые, они в красных свитерах, обувь зеленая, а штаны синие. И это получается просто цветовая каша, которая нашим мозгом абсолютно не воспринимается. А второй момент, к которому мы переходим, это какие есть альтернативы. В принципе, как я сказал перед этим, самое главное, что может быть в снимках, это люди. Это люди и их чувства между собой. А поскольку мы сейчас говорим в основном про семейную съемку, это вот как раз актуальность нынешнего сезона, вот именно новогоднего. И здесь я хочу показать альтернативы, которые могут быть сделаны в подобной тематике. Танкс. Здесь нет вычурного фона. Здесь даже нет елки. И, ну, вы посмотрите на эти снимки. Какие вас цепляют намного больше. Ні, ну, це взагалі інший, ніби вимір, дуже красиво, дійсно. Но на самом деле здесь нет ничего особенного. И если так посмотреть, ну вот же, они выехали в горы, еще это не будет, если смотреть со стороны затрат эмоциональных, силовых и денежных, это не будет сильно дороже. Но зато какой это будет результат, что самое важное. А на самом деле, когда ты приходишь просто в студию, просто снимаешься, ну, час времени, от звонка до звонка, так сказать, и все. Ну, то есть, ты потом, грубо говоря, через месяц получаешь результат, и, ну, у тебя просто есть зимние фотографии. То в таком формате, как на этих кадрах, ты получаешь приключения, и это намного более ценнее. Ты получаешь не просто снимки, ты получаешь эмоции, как во время, так и после. И такое можно не просто поставить в рамочку, каждый раз, когда ты будешь смотреть, ты это будешь вспоминать. И, как по мне, это стоит того. Сейчас будем потихонечку переходить к дальшему. Чинкс. Если прошлая съемка была такая более спокойная, более семейная, то здесь мы добавим немножечко больше драйва. Почему бы и нет? Зима, можно, я думаю, с лета остались матрасы. І знову, як ви говорили за всі пригоди, тут навіть більше емоцій, я думаю, отримує як і фотограф, так і сім'я, пара, яка брала участь у фотосесії. Однозначно, це дуже весело. Це не просто прийти до студії, да. Сісти в позу, посміхнутися і піти додому. Це от... Ну от, кстати, о том, о чем ты говоришь, это тоже не есть плохо, потому что такие портреты сесть, посмотреть, это тоже есть красиво. И есть несколько разные форматы, где такой классический портрет, где вот мы пришли, красиво сели в позу, смотрим, монументально, огонь, почему бы и нет. А здесь вторая сторона этой медали, это живые фотографии, когда происходит куча активностей, все счастливы, не понимают, что происходит, но всем очень-очень приятно находиться здесь и сейчас. Поэтому и то есть хорошо, главное делать это все дело с умом. Сейчас буду показывать тоже несколько дальше. Если у нас были два формата уличных, то сейчас будем потихоньку переходить... Ага, дальше тоже уличные. Но они более такие ламповые, теплые. Очень важно, как я считаю, и очень люблю тоже в своих съемках, это непосредственно крупные планы и детали. То есть, если вернемся сюда, очень люблю акцентировать внимание на руках, потому что через руки очень хорошо прослеживается отношение человека к человеку. То есть, это очень маленькая деталь, которую можно даже не заметить, но то, с какой силой там условно. Вот, если посмотреть здесь, как он обхватывает ее ноги, как он придерживает. Очень нежно, легко, но в то же время ты понимаешь, что он ее держит, и он есть основой для нее. И вот такие вот детали создают все это настроение в кадре. Поэтому нужно на это делать акцент, а не на тот фон, который у нас есть в студиях. Такий, можливо, банальний коментар, але дуже багато хто говорить про живі фотографії. От зараз ми бачимо дійсно живі фотографії, живі емоції.
Это тренд. Это сейчас очень популярно, все хотят. Но, к сожалению, не у всех это всегда получается сделать красиво. Такая невимушеність, як то кажуть. Вот здесь, почему есть вот непринужденность? Потому что люди проживают этот момент. Зачастую, как бывает на снимках, когда человек в какой-то странной позе, ты смотришь, типа, вроде должно было быть хорошо, но что-то не так. Очень часто, очень большая проблема в том, что люди не понимают, что должно происходить. И поэтому, когда фотограф говорит, а встань вот как Мона Лиза, и ты такой, а? Я не понимаю. Нужно людей не просто говорить словами, их нужно погружать в действие. Очень классно, когда ты говоришь понятное. То есть, давай вот подвигаем руками. Хорошо работает, допустим, с девушками, да? Но ей будет понятнее, если говорит, представь, что ты мажешь руки кремом, и она уже начинает нежно как-то вот такие вот движения делать. Или парню, поднеси руку к лицу. Хорошо. Но если мы скажем, почеши бороду, то уже начинается какое-то движение, понятное ему, которое будет естественно смотреться в кадре. Вот именно на этом и строится непринужденный живой кадр, а не на каком-то маленьком словечке, которое человек может даже не воспринять с самого начала. От можна тоді таке запитання? Да. От у цих кадрів, що ж тоді, від кого більше залежить результат? Від фотографа чи все ж таки від людей, які взаємодіють з камерою, з фотографом, власне, модели, якщо можна так сказати? Тоже такий пунктик по поводу последнього слова. Блін, я не модель, я не умію зніматися. Ніхто не модель. Есть, да, ребята, которые целенаправленно учатся годами, они знают позы, знают, как там повернуть голову и так далее. Но множество кадров делаются не такими людьми. И если мы можем сейчас сказать, вот фотомодель, вот они все такие глянцевые, красивые, идеальные, просто как будто спустились с небес. Посмотрите на киноактеров. Очень у многих у них есть какой-то лишний вес, немножко скошены щечки, там нос в другую сторону смотрит. Но это им никогда не мешает прекрасно выглядеть в кадре. Главное – это расслабиться. И по поводу того, от кого зависит съемка. От модели, которая приходит, либо же от фотографа. 50 на 50, я считаю. Потому что, когда ты идешь к фотографу, важно хорошо, важен подбор фотографа. И когда ты обращаешься к человеку, он профессионал. Если у тебя не было раньше опыта, ты должен ему довериться. Он тебе расскажет, куда можно пойти, что можно одеть, и вообще расписать последовательность действий, и тогда тебе станет понятно. Но не стоит убирать и ответственность самих моделей, потому что, ну, бывают такие люди, которые, вот я сел, я ничего не хочу делать, но хочу обалденнейший результат. К сожалению, такого не получится. И в таком случае здесь важно понимать, что вы работаете над одним делом, над одним результатом, и нужно быть командой. А як же розслабитися в кадрі? Як от зробити так, щоб людина, яку фотографують, почувала себе розслабленою, комфортно, розуміла, що от такий процес йде, і вона от має отримувати від нього задоволення? 50 грам перед съемкой. Ладно, якщо серйозно, на самом деле, по какому принципу я работаю? Самое главное – это общение с человеком. Когда ты общаешься с человеком, он узнает тебя, ему становится, во-первых, уже не страшно. После чего классно еще не просто пообщаться в Инстаграме, Телеграме, можно с человеком встретиться. Маленький пунктик, ты понимаешь, как этого человека уже будешь снимать. После этого вы обсуждаете, где вы будете снимать, как вы будете снимать, во что вы будете одеты, как вы будете добираться, прочие нюансы. И вы уже от неизвестности переходите к дружеским отношениям. Люди не боятся сниматься, люди боятся человека, который за камерой, точнее, камеры самой, он не понимает. А когда ты с этим всем знаком, когда ты понимаешь, что ничего страшного не будет, тебе все объяснят, все расскажут, все покажут, а еще и шутки пошутят. Господи, чего бояться? Все расслаблены, все кайфуют от происходящего. Особенно, когда ты, вот, к примеру, на таком месте, господи, только и то и делать будешь, что смотреть вокруг, да, радоваться жизни. Поэтому вот. Страх от неизвестности. Так, у вас еще есть фотографии, которые мы могли показать? Да. Это все. Як отримати такий результат? Як
як отримати такий хороший результат. І чи можна, до речі, зробити такі знімки? Ми говоримо про те, що от буде фотограф, будуть люди, а чи можна такі знімки зробити власноруч, наприклад, не на професійний фотоапарат, якщо у нас його немає, а на звичайну камеру нашого мобільного телефону, нашого смартфону? Що для тебе хорошо? Хороший для мене результат. Да. Це, я думаю, така суб'єктивна думка, але ми от говоримо зараз про такі знімки, тобто актуальні, цікаві, живі. Хорошо. Опять же, все зависит от того, как мы подходим к этому вопросу. Если мы продумываем, то у нас в любом случае будет хорошо. Даже если мы возьмем не сильно опытного фотографа, либо попросим брата Свата Кума сфотографировать, но мы посмотрим в интернете, как красиво встать. То есть мы не ровно встанем, а там чуть-чуть в три четверти повернемся, и вот у нас уже мы стройнее, а если подбородочек чуть выше, уже нету пятого подбородка, как бы уже всего лишь их три, и уже все красиво. По поводу, можно ли сделать, сейчас очень показательный пример, потому что фотография размытая. И вот, уф, фотоаппарат за много тысяч денег, и он должен красиво фотографировать. Не главное, техника абсолютно не имеет никакого значения. Да, если ты будешь печатать эту фотографию потом на огромнейшем борде 9 на 12 метров, это играет роль. Во всех остальных случаях главное суть. И здесь этот кадр мы могли сделать как на очень дорогой фотоаппарат, потом его целенаправленно в постобработке сделать таким шершавым. Мы могли его сделать топленочную мыльницу где-то из 90-х годов. Тоже так получится. И мы могли это сделать на самый обычный телефон, неважно, iPhone это или Xiaomi. Поэтому главное здесь знать маленькие какие-то нюансы, как работает ваша техника и... В принципе, на этом все. Главное проработать саму съемку, локацию, вашу одежду и эмоцию, которую вы будете изображать. А техника – это уже второе, третье. Ну от якщо підсумувати нашу прес-конференцію, вона вже добігає кінця, які поради ви, як все ж таки фотограф професійний, могли б от зараз, підсумовуючи, дати людям, які на Різдво, на Новий рік захочуть зробити собі сімейну або ж індивідуальну фотосесію? Отак тезисно. В первую очередь не бойтесь. Не бойтесь ничего, фотограф в первую очередь. Ответственно подходите к выбору человека, к которому вы будете обращаться, и проработке самой идеи съемки. Если хочется сделать новогоднюю именно на локации, это прекрасно. Но не забывайте о том, что эта съемка должна быть непосредственно про вас, а не про, собственно, эту локацию и елку. Потому что нужно заложить суть. Если через два поколения люди возьмут эту фотографию, они должны видеть то, какими вы были, и то, чем вы являлись, а не мишуру, которая находится вокруг вас. Будьте осознанными и подходите к этому пункту с головой. Що ж, я вдячна вам сьогодні за нашу прес-конференцію. У нас був професійний фотограф Максим Антоненко. Він розповідав, які зробити актуальні кадри на Новий рік, на Різдво. Я сподіваюся, ви почули усю корисну інформацію, побачили знімки, приклади на екрані нашому. Тому обов'язково записуйтесь, обов'язково фотографуйтесь, обов'язково залишайте собі на пам'ять цінні моменти вашого життя. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!